Теперь эти белоснежные автомобили – светлая полоса в жизни их новых владельцев. Колеса заменяют водителям ноги. А в данном случае это выражение приобретает буквальный смысл. Новые автомобили «Лада Гранта» вручили 8 жителям Ивановской области, получившим в разное время травмы на производстве. Машины дарит фонд социального страхования. Очень важно, что эти люди, которые пострадали на производстве, они были правильно оформлены на работу, получали заработную плату, за них платили страховые взносы. И тем самым случай, произошедший с ними, это случай страховой. И все, что положено по этому страховке, мы все им выплачиваем, в том числе и автомобили. Важно, чтобы в программе реабилитации пострадавшего не было противопоказаний к управлению. Оно здесь, конечно, ручное, и новичкам придется приноровиться. Впрочем, некоторые получают авто уже не в первый раз. Каждые 7 лет автомобиль подлежит замене. Анатолию Бунигину только предстоит все освоить, хотя управлять исключительно руками уже пробовал. Получилось. Будем ездить. Машина хорошая, посмотрели это. Прекрасная. Ездил раньше на «Жигулях», на «Запорожце», но это уже получше немножко стало. Да я уже пробовал, ездил уже с ручным. Да. Аку получал тоже знакомому, перегонял ее в пучиш. Вот, а так привыкнем. В этом году фонд соцстраха дарит 8 машин. Потребности в большем количестве попросту нет. Получателям также положены частичные компенсации за горюче-смазочные материалы и текущий ремонт. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.